Всем здрасте, ха, с вами Марк и китаец какой-то. Эденчик, короче, это все мои, это мое золотишко. Я забрал свои доллары. Вообще-то я забрал доллары, если ты не знал. Вообще-то я забрал. Я тоже забрал. Да, это револьверные патроны. Кстати, Марк, не хочешь прокачать скиллы? А, да, кстати, давай сейчас этим и займемся прямо в начале серии. У меня 3 очка есть. У меня 2 очка. Убийца или что там? Смертоносный. Увеличение урона от критических попаданий. Все, 5 из 5. И одну очку осталось. А, китайская таблетка. Китайская таблетка. А, в течение нескольких секунд после убийства врага восстанавливается случайное вот, количество Марк, вашего, знаешь, здоровья. Я не знаю. Давай, Марк, я не знаю. А что лучше? Огненный заряд для турели или шоковый? Да мне кажется, огненный, наверное. Давай, хотя... Ага. Ладно, ну, в принципе... Что тут летальный удар? Ну вот это я прокачал, у меня раз, два. Два только полностью. Остальное мы потом прокачаем. Ладно, я пока закажу машину, пока он там опять в очередной раз отошел. Так, машинка. Так, у нас мне нужен ракетный. Все. Здрасте. Согласен. Поехали. Ам. А что я врезался? Ясно. Найс баги. Так, а что у нас там? А, нам вернуться надо. Господи, столько локаций здесь. А, ладно. Эх, мы вернулись, потому что китайцы опять там это... Кстати, нам вернуться? Посмотри, куда нам надо вернуться. Понятия не имею. Нам назад надо ехать. Опять в ту зону зачем-то. И там нам это типа надо вернуться. Да. Так что нам придется другую брать. Алло. Ясно. Короче, мы вернулись, да. Так. А, ну смотри, что у нас есть. Так, мы в Headland, да? Ага. Ну, 18 левел есть. Уничтожь бандитские цистерны. Так, я взял здание? А, да. Почему не взялось? Алло, what the fuck? Алло, возьми здание. Сортировать от мина. Угу. Мы тут вернулись, кстати. Я забыл паузу снять. Ну и короче, это... Мы возвращаемся в новую зону. Непонятно зачем. Ладно, погнали, чё. Так, а куда нам вернуться? Ты посмотри на карту, куда нам вернуться. Найс. Ага. Супер. Ладно, чё, придётся здесь сидеть. Опять ему мусор приехали. Давай, поехали. Угу, окей. Так, ну что же, пока что никого нету. Ну это пока что никого нет. Пока что это... Ладно, все, давай, погнали. Еее. Слушай, Рейн, попи моего города. А это мирные чуваки? Да. А, ну все, погнали. Все, валим отсюда. Короче, берем все подряд и все. А я не хочу, чтобы мирные граждане погибали при попытке пройти мимо них. Слушайте меня, болотные жители. Опуская детали, которые могут смутить многих из вас. Подожди, тут дроп. Тут мани. Ничего, у меня 35к уже. Алло, ты куда уехал? А, ты не уехал? Я уже первое сделал. Скажу, что хранилище можно открыть только А нельзя сесть. И это время. Меня ведь мама не в хлеву родила, знаешь ли. Ну, а, это который создатель машин. Да-да-да, мать. Чё, мы здесь остаемся тогда? Знаешь, как странно получится? То есть мы сначала пройдем самые сложные миссии, а потом будем проходить самые легкие. Ладно, знаешь, такой сотовый уровень. И начинаешь первый это. Да, 15 левел проходить. Спасти железяку. Значит, обучение. Обучение, да. Конечно. А куда мы? Что ты. Подожди, я туплю. А мы вообще что выполняем сейчас? Назад, назад. Ай, зачем? Я не туплю. Вообще. Подожди.
Мы... А сейчас мы где? Нью-Хавен, что ли? Да, мы Нью-Хавен. А почему у нас два... А, нет. Мы в Air... Badlands уже получается. Вот это, Badlands. Что-то сложно, короче. А, 21 левел у нас задание, ты уверен? А, я уже вижу, кстати, что у нас тут. А, ты уже включал? А, серьезно? Ну ладно, погнали. Уже два включил. Подожди, какого левела? Это 21. А, нет, ты другое поставил, то это не 21. Который у нас был, там 21, кстати. Слушай, супер сложное задание. Ну да, 20-го. Ясно. Давай включай. Это кто? Чё он продает? Просто поговорил. А, я тебе могу помочь. Найс. Я просто подкрыл его. О, тут закупиться можно. Тут какие-то люди, короче, их тут много. И насколько понимаю, они ничего не делают. Да ладно, а я не видел, что это город. Вот это удивление. Блин, не хочу туда лезть. Я его спрыгнул. А, и все, ласт. А ласт нам туда. Да, верно. О, железяк. Ну да, 20 левел, это нереально. Знаешь, кажется, самое первое здание было сложнее. А что у нас? А какое у нас самое первое здание? Ну погнали. Подожди, а куда нам вернуться-то? А, нам назад. Боже. Мой год. Сейчас, мне надо будет сейчас еще отойти. Ясно. Так подожди, я не вернулся еще, алло. Верни задание. А где вернуться-то? Сложно. А, вот сюда. Здесь роботу стало плохо. Я взял задание. А, вот все, я выполнил. Найти Танис есть задание. Там где-то опять железяк был. Да это я сейчас взял задание. Найти Танис. Опять железяк, ну что с ним такое? А что, ты добежишь там? А, ну в принципе, да, мы здесь не проедем. Да, ну знаешь почему? Может, а еще опять такая же дверь. Ясно, ясно. Леди со шрамами на лице, кажется, считает, что мы. Я не смог здесь пропрыгнуть, лол. А какой артефакт? У нас есть артефакт? Опять новая локация, что ли? Да. Это чем полный? Что-то просто не скрыл. А? Спасибо. Спасибо, подонок. Сюда, пожалуйста. Давай искать Танис. А, нам назад надо идти. Подожди, это новая локация или это старая? Я уже запутался. Ну, мы в любом случае заходим. По-моему, это новый, ясно. То есть мы никогда это не пройдем, потому что здесь нереально количество локаций. Ясно. Марк, ты бы посмотрел в телепорт? Что в телепортах? Локации, что ли? Нет, там полный список локаций, которые мы открыли. Если я не ошибаюсь, вот он. Да, это новая локация, ясно. А где нам Танис? Ну, посмотри, как нам Танис надо искать, точнее, куда нам ехать. Сейчас закуплюсь, кстати говоря, я чуть давно не покупал ничего. А, тачка. Эй, алло. Недолго мы ехали. А, серьезно? Найс. А, кстати, какие-то гигантские подсолнухи. What the fuck? Что здесь происходит? Кстати, зачем у тебя розовая машина какая-то? Она красная. Розовая. Пони, что ли? Ой, это муравей какой-то. Муравей-паук. А, сзади, алло. А, или не сзади. What the f... На. Тихо, пацаны. Я, конечно, всё понимаю, но... Надо быть такими жестокими. Да тихо, алло. Так, ладно. Погнали. Погнали. А тут сундук. А, мне казалось, сундук. Где? А, вон вижу. Давай. У него, кстати, 21 лаву. Ну, Костя, что за бред? Он мусорщик, алё, наверху мусорщик. Все, найс.
полчаса летают. Ой, что-то их много. О, тихо, 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 тихо. А, тебя убили? То же самое сейчас будет. 200 хп. 200 хп. 5. А, все, спасибо. Ясно, меня убили. А где он? А, ты его убил уже, что ли? На. А, молодец. Ой. Что было? Трещи ты его. Я начал просто тебя стрелять, и оно сбросилось. Ясно. Так, ладно. Это просто царапина. Серьезно? Ну ладно, у меня 107 хп. Ну ладно, так выживем. Слушай, а почему здесь мусор горит? Мусор, ну не знаю. А, нам далеко бежать там еще. Ну, он красный. Знаешь, ты залез в мусор, ты такой смотришь, почему он красный? Ты знаешь, я вообще не уверен, что по этой дороге безопасно ходить, ну, точнее, по воде этой. А, ну киньте, крокодил еще выпрыгнут, да, мутанты, да, и мы умрем. И на этом наше прохождение закончится. А знаешь, что будет нереально, как эту нереальную игру пройти? Ой, ты что так много смотришь-то? Ам. Ну, бей, короче, добей. А, серьезно? А, ты уже восстановился? О-о-о, я просто ему там. А, меня тоже сам убили. О, господи, ну умри ты уже. Безбашенный псих. Ты что такой тупой? Я че туплю, кстати? Я выживу! Пожалуйста! Да, все, 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 найс. Nice. 22-го левела? Он 22-го левела, алё. Все, качок. А мы 20. Мы 20-го. Сейчас его добью. Ясно. 15 хп, 15 хп. ГГ, это будет весело, что он меня убьет. Фу, все, найс. Изи. Так, что тут? Что-то выпало. Снова. А, ясно. Ясно, ясно. Алло, не убили опять. Откуда? Ясно. Так, все, мы вернулись, короче. Там патроны из чё? Ну пошли, чё? Мы от кого-то умерли. Блин. Блин, я застрял. О, все. Давай. Так, ну нам опять заново бежать. Мы почти, добежали, но нас убили, короче. Меня тоже убили. А, точно, вспомнил, откуда нас убили, это... Там эти толстые вот эти вот. Да-да-да, а еще эти опять респавнятся. То ладно. What the fuck. Ам, раки. Раки. Ой, раки, вот чё они вот? Какой-то отработ. Ой. Слышишь? Они что-то это наглые какие-то, по-моему. Рак. Рак. I have a big problem. Да в смысле? Ничего, он 60 хп у меня, алё. Ничего, он жесткий. Да, все, они вроде это. Ты что сказал, мне нет хилок? Ну я так хилюсь. Да у меня 100 хп. Ну ладно, спасибо. А почему у меня полный инвентарь? В смысле? Я же вроде... А, нет, у меня одна есть. Все. Фак. Забирайте. Все, обратно забирай, я это. Я похилился. Это можешь забирать. Все, погнали. Эх, ладно. Попытаем удачи еще раз. Не надо. Подожди, а где мы остановились-то? Где... Вот это мы прошли вот точно. А, вот. Прошли. Мародер вот этот пошел сюда. Да умри. Алло, 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 пиздец. Ясно. Что они это? Эй, горите вы. О, все. О, все, найс. Хилки. Зачем гореть? Да хоть тарать. Он... Здесь были эти качки 22-го левела, где они? А, мы их убили, по-моему. Нет, мы их не убили. А вот подожди, это дроп. Очень много дропа. Ничего, тут патрон. Если тебе что-то не хватает, можешь взять, кстати. А, вот еще дроп. Блять, вот это не. Офигеть, какое скорострельное оружие. Хочешь, можешь взять. Угу. Подожди, надо мани еще собирать. Мани тоже надо собирать. Ну, патроны здесь, короче. Ну, у тебя сколько? У меня 36к вообще уже. Я накопил.
Вон там, короче, смотри, там патроны. Ладно, погнали. Так, нам просто вперед. Мы, по-моему, здесь и остановились, да? Да. А, ну... Нет, подожди, стой, секунду, Марк. Подожди, я их, по-моему, добил. В смысле? Что-что? Мы вообще идем правильно. А, все, да. По-моему, да. Вам надо бежать. Вот, подожди меня. Угу. Иди сюда. Иди сюда. Нас еще раз убьют. Да-да-да, и нам просто опять заново бежать. Да не, это изи, чё-то. Просто смотри, офигенно мост. Кстати, да. Уже вот рядом говорю, прям кубик моего города. Да, да. А у вас тоже это речка такая, да? Здесь. И везде мусор. Да, да, да. Это даже не река, это. И очень грязная, что-то типа реки. Ну да, это вообще подобие реки, ну. Так, ладно, бежим. Так, я, кстати, поблизости пока что никого нет. Нет, на самом деле... Ой, тихо! Я вовремя это сказал, я так и знал, что кто-то будет. Ой, назад, посмотри. Там еще большой, кстати, идет этот муравей-паук. Вон впереди муравей... А, это акробат, ват? Акробот. А, акробот, я думал акробат. Посмотри еще туда. Солдат-муравей-паук. Он просто меня перепрыгнул. На этом морде. А что, ты их много, это... На минус. А чё, он умер? Ну я его убил, потому что. Зачем? Действительно, зачем его убивать? Можешь оставить его на дно? Да. Кстати, здесь будет какая-нибудь это, типа, машину вызвать? Чё-то такое? Не знаю. А, это ничего? Ну ладно, побежали. Не понял, нам вон той будочки, что ли, надо? Или... А, на вперед надо. Там еще дальше надо пробежать. Там он, видишь, проход. Вот эта фигня нравится. Вот которая сейчас справа вверху будет. Вот что это? Можешь сказать? Ну, это, может, иконический инди. Ну, древний. Да, это вот где динозавры были. Да. Согласен. Ам. Нам, смотри, что это. Раки 24-го левела. Смотри, что... Раки 24... Акроб... Нет, это акробат, кстати, это не акробот. Акробат. Да. А еще я что-то слышу, мне написали в этом дискорде. Зачем-то. Это я. Посмотри, что, посмотри за мной. Меня это рак 24-го левел ударил. Ага, а за мной и вся толпа бежит нормально. Вы меня убили. Ага. Я добью. О, все, я двоих добил. Сейчас я иду. Все? Найс. Вы закрывали. Да сейчас на я тебя раке спасу. Как-нибудь. А, эти проблемы. Назад. Что? Они из земли вылезают, лол. Ладно. Ой, еще один. Да, акробаты. Арк, начинаем бежать. Смотри, куда бежать? Ну, я даже не знаю. А, вон туда вперед. Только проблема в том, что мне такое чувство, что мы не убежим. Рабочий муравей-паук. Найс. А, и... Найс! Найс, вообще найс. Ой, безважный электро... Ну, я, короче, назад лучше, я этих побью сначала. Хотя бы от них отрегениться можно. Так что Арк, давай... Взлей ему по жопе. Так в смысле, я убежал. Безбашенному. Ага, я только убежал. Я тут от обычных. Мне бы от обычных сначала спастись. Да откуда, лол, там никого. Они просто спавнятся, лол. Они, походу, и всегда будут спавниться, алё. А, да, я его вижу. Ага. Только мне бы его. Понимаешь, меня сейчас убьют, походу. Да. 100... 200 хп, 200 хп. Я почти добежал. Серьезно? Я вот в двери упал. Ага, меня раки. Да 3 хп. 3 хп, 3 хп. Все. Нам придется заново. А нет, кстати, а возможно я и возражусь. Но это не... Да, я возродился. Но это ненадолго. Да, раки 24. Я вот я уже вижу, ё-моё, ты что, не можешь мне помочь? Я не могу, меня убили опять. Я одного убил, этого какого-то чувака там. А, вот, рак... Да, все, найс, найс. Ты где? А, ты уже это? Ясно. Я где? А, вон ты. Ты рядом за спонсором. Или ты в самом начале? Нет, я не в самом начале. А, ну это хорошо. Хотя бы, знаешь, хотя бы что-то радует. А, у нас чекпоинт просто здесь был. Плата 2К. Нормально 2К заплатил просто. Из-за того, что мы не смогли убить. Да, блин, мне тут электро... Паук-муравей. Я иду. Меня опять... Тоже меня... Они меня опять сейчас убьют. Алло. А он еще отрегенился? Слышь, он еще и отрегенился. Вообще найс. Найс! 200 хп! 200 хп! Вот это слишком жестко. Это прям что-то нереально. Ты в арке выжил. Ты 40 хп, ты мне скажи это.
40 хп, алло. Все, меня сейчас, все, меня убили. Вообще найс, 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 найс. Просто супер. Что я тебе могу сказать? Ну, мочи. Угу. Как? Не-не-не-не-не-не-не-не. Тихо-тихо-тихо. Да, я возрождаюсь. Я в дверном проеме уже. Вот что с ними делать? Вот давай попробуем этого синего убить вместе, а? То он достал уже. Я выжил. Все, я держу. Ты точно выжил? Ам. Чем? У меня упал этот рак, как он упал, короче, через крышу. Да-да-да, мне 220 хп уже, меня нападает. Вообще, буду их отвлекать, может, я в здание. Ага, извини, но сейчас к нам придут еще гости, извини, я тебе их привел. Да он мне через дверь убил. 13 хп. Не, это нереально, короче. О, иди Привет. Сюда, все, фу. Просто. А, все, они нам ничего не сделают, наверное. Да, все, давай отсюда их отбивать. Ты отойди подальше сюда вот. Ага, ничего, то, что я умер. А, серьезно? Так мог бы и сказать, я что-то такое. Я вообще-то сказал тебе. Да я что-то прослушал. Все, отходи. Все, давай здесь сидеть. Сейчас они будут подлетать. Вот, знаешь, точнее, просто у меня есть идея. А, это. А, да, кстати. Или долбануть по ним из. Все, найс. Ам, ничего, это что сейчас было? У нас турель горит. У нас турель горит, да. Путь очищен, в смысле. А чё она мигает? Все ясно. Ну я почти отреген, смотри, с хп. А, найти сумасшедшего эрла. Куда идти? Нам назад возвращаться. Зачем? А ты знаешь, что это будет жестко, потому что там это. Блин, кто взял. У меня такое подозрение, что они бесконечно спавнятся. А нет, вроде. Да еще дофига тут вокруг. Ну двое и пока что. Все, одного убил. Еще давай приманим. Все, последний, последний лоу HP. Все, все, последний вроде. А нет, еще один. Откуда? Мусорщик где-то. Где-то есть мусорщик. Его уже нет. А я даже вижу, где они. Где они? Они здесь висят. Ага, вижу. О, одного добил вроде. Все, давай, погнали. Да господи, что за бред? Ой, мусор! Все, 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 все. Легче, чуваки. Не, ну это жестко, это жестко. Там... Нет, ты что такой? Я тебя сейчас рак. Вину. Вот в названии говорит само за себя, понимаешь, рак. Ну вот он рак. Все, давай, валим. Вообще, всё, побежали туда. Пошли, этого муравья убьем. А ты уверен? А не проще он там пройти? Кстати, здесь можно, по идее, быстрее выйти. Подожди, стой. Да, тут можно обойти его, алё. Мы его убиваем или мы будем обходить его? Его обойти можно. Его ладно, убьем его. Ну, давай его с винтовки сейчас попробуем снять. Ладно, короче, я вот этих мелких сейчас пусть ношу. Все, найс. Если что, они, кстати, они бесконечно там спавнятся, кстати. Они постоянно из земли появляются. Убей. Ага, убил. Кстати, он застрял этот. Че, мне и не трогать его? Вон, без разницы. Я ему просто хп нашел. Ну, ты его очень быстро сносишь, как и я, в принципе. А вот критикал. Ну, критикал, парочку хп снес ему, это критикал. Я ему два критикала сделал. Не знаешь, проще обойти его на самом деле. Ну ладно, давай его убьем. А, ну хотя да, ты ему нормально сносишь. Я 5 хп ему сношу. Вот этой же жопки стрелять, которая сзади него. А как в нее попасть? А вот минус 100 хп, найс. Гори, 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 гори. Все, он горит. Нет, он не горит. Он горит, у него там сзади горит. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Да умри ты, гос, он HP. Все, найс. А, он не умер? Ему хп не стало, все. Новый уровень. Он был по этой жопе. А я не уровень. А, ну я понял. А у меня не новый уровень. А, кстати, смотри, смотри, иди сюда. Что это? Шоковый артефакт. С него шоковый артефакт. А, у меня он есть уже, кстати, если хочешь, забери. Я не знаю.
Это для тебя, а я не могу его использовать. Для... А я могу, все, я использовал. А их можно было использовать, я только сейчас понял. Да, а у меня есть уже такой, у меня два. Эх, я уже двое. Знаешь, лучше, пошли-ка с другой стороны, наверное. Там обойти просто можно, я просто посмотрел, их там много. Они там... Или он мертвый? А, он мертвый или что? Все, давай лучше здесь обойдем. Вот как она могла сюда забраться? Она же вообще не должна... Это, не должна. Ой, эти... Ну, а, ясно, я зря сюда пошел. Без разницы. Поезжали. А, тут еще и дроп, кстати. Тихо, давай посмотрим, что здесь. Действительно. Я только что долбанул мусорщик. Ну, вообще без разницы, да. Ой, я мусорщика убил. Так, а я побежал пока. Ты че? Ну да, я побежал. А че нам путь-то? Какой путь очистить? Ой, нам долго бежать, слышно? Я немножко другой дорогой побежал. Че, не тебя ожидайте, там миллион лет будешь бежать. Я-то уже просто прошел. О, опять акробаты здесь. Иди сюда быстрее, пожалуйста. Королева муравей этих. Муравей пауков или как там. У меня проблема просто здесь. Они на меня напали. А я вижу. А я побежал, короче. На. Так, мы правильно идем? Ну туда, короче, куда-то. Да. Они за мной бегут? А, они уже за мной не бегут. А, нет, бежит один солдат. Ничего-то опасный. Умри ты. Все, я убил королеву. Алло, солдат, умри. Там солдат не умирает, алло. Он вообще лол HP, что за бред? Как он не умер? А, ладно, он... Может, сейчас хотя бы опыт будет. Да. Слушай, у меня здесь король еще появился. Беги просто вперед и все, как я. Я почти его убил. Я нормальный человек, побежал. Если ты умрешь, то сорян. А не умру я, наверное. Ага, я вижу, ну. В магазинах новый товар. Так. Да, нам долго еще бежать. Может, я убил короля. Угу. А я бегу уже. Так, получается, надо по дороге. Да, по дороге надо. Подожди меня. Алло. Ты там вообще далеко, кстати. Да, ты довольно далеко. Давай, беги. То есть довольно далеко. Что-то близко, наверное. А, не далеко. Я же все говорю. Ну, короче, вперед надо туда куда-то бежать. Я вот сейчас слышал, это кто? Это у тебя было? А, да, это у тебя было. Я пока посмотрю, что здесь. Какие-то проходы странные. Сейчас посмотрю, что здесь. Я надеюсь. Точнее, твой стрелочка. Вот. Я выход нашел, кстати. В другую локацию. Ну, нас это не интересует, потому что на меня опять напали. Зря я реально все пошел. А, но не язычный. А, вон ты, наконец-то. Да, это получше, чем качки 24-го. Ну да, у них 20-й левел, я их с духу выстрел убил. Ладно, побежали. Такс, да, нам вообще можно было пойти. Ты идешь? Ладно, без разницы, погнали, да. А вообще там без разницы, куда идти? Ну да ладно, все сложно, очень сложно. А что если сюда сливается говно? Что? А что если сюда сливается говно? Да какая разница, главное пройти игру. Да я тебе уже показывал, господи, да, я видел. Нам бежать-то далеко. Ой, я могу просто срезать ножом. Март, смотри, я в подсолнухе. Нет. Я подсолнух. Ну, я тебе сочувствую. А ты кабачок, ты овощ. Автоматчик, модификатор класса, что? Это мне. Зачем? Отдавай мне. Не, отдай. А, ты это тебе? А ты солдат, да? Ой. Да. Ай, найс. Тихо. Сколько у меня? 35к нормально, почти 36к. А, да, кстати, я 21 левел, я только сейчас заметил. Нормально. Ну, мы уже на изи их будем разносить, в любом случае. Умри ты. Все, ладно. А, хочешь прикол?
А, не, мы правильно бежим. Сорян, я подумал. Секунду, стой. Можно садиться даже. Навык перезагрузка, плюс 2 навыка, натиск. А, ты прокачиваешь эти? Ну ты чё такую я хочу? А, вот все. Вот. Так, получается, да, мы правильно. Я думаю, мне, короче, было лучше. Может, оно это... Оно дает бонус при стрельбе из автомата. И там плюс какие-то навыки, но то, что навыки не дали мне ничего. Короче, он там, да, по дороге едет. Ты не туда поехал. Нам по дороге надо, а не назад. По дороге. Кстати, для какого уровня задание? А, кстати. 22-го. А мы 21-го. Можешь свалим отсюда тогда. Слушай, у меня есть цистерна уничтожена для 18 уровня. Поехали. Поехали. А цистерна уничтожена, не? А, ну хотел. Нам туда. Это знаешь, где еще? Mm-hmm. Откуда мы приехали? Где мы этого? Арена на машинах. А, мы сейчас в городе, еще... потом нам надо еще назад вернуться, да? Я уже запутался, знаешь. А нет, ну на эти изи, они 21-го. Полетели. А сейчас мы, кстати, сможем проехать. А, мы не сможем проехать? Разве? По-моему, мы сможем проехать. Но это не точно. А, ну да. Вообще-то мы проедем. Логично, я тут не пробую поговорить. Ага. Найс. Фу, наконец-то. Наконец-то. Так, ну что, погнали? Ой. Профессионал. Вот смотри, это ты. Где? Ты про что? Вот, над нами. Вон. Вон ты. Посмотри наверх. И чё? Назад и наверх. Назад, наверх. Вот я в его сторону стреляю. Вот прям по нему, по тебе. Ясно. Угу. Да, ой, вон. Я вижу. Ты такой смотришь куда-то назад. Да я, это сложно. А, это другой. Вот 18 уровень как раз для нас. Угу, 21 только. Короче, это изи будет. Не, как раз таки 18. А, ну да. Ну давай, ага. Едь. Чё? Всегда 18. Угу. Мы еще, у нас еще 15 уровень как бы есть задание. Ну там надо искать просто, все. Не, там искать еще что-то. А... Подожди. А, не, вам не надо. Вообще без разницы. Ой, посмотри, что у нас тут. Тут будет сложно. А ты уверен, что для 18-го левела? Да. А не 21-го. И 20-го. Когда я их вообще в рукопашную разношу? Не знаю, Марк, я просто их зашел сюда и разнес в рукопашную. Подожди, ты где? А, вон ты. Я в здании. А, ну просто меня убили. Ты хочешь прикол? А. Безбашенный пироскфифт, он через... он в земле, а он еще и огнем стреляет. Найс. И как мы это будем проходить? Ты уверен, что это 18 левел? Я думаю, что 21 или 22 хотя бы. Я тебя не успел спросить, прости. Да ничего, я возродился. Ну как раз я здесь. Ну просто посмотри на это. Телепортируй, найди станцию и телепортируйся в машину. А, нам... Подожди. Не знаю, я их вообще их я разношу. Сейчас. Иди ой, сюда. Ты, куда вы? Алло. Они летят. Подожди. Ты так я тебе про это же и говорю. Ну там хватит летать-то.
Ты можешь подойти сесть в машину? Нет, не могу, прости. Просто я их здесь нет, убиваю. А, я же на них... Там этот один в текстурах застрял. А, я забыл, что я так могу делать. Нам надо их 50 убить, кстати. О, не таких именно. Давай, садись. Садись, алё. Алё, садись. Нам надо сторону уничтожить, алё. Так может ты сядешь, мы проедем? Нет, не проедем. Почему? Потому что нам сюда надо. А, серьезно? Я только сейчас понял. Ну ладно, го. Ой. Пока. В смысле? А, ты одну уже уничтожил? Так в смысле, алло, ты куда уехал? Пока. Алло. Подъедь, алё. Спасибо, да. Нет, ладно, поехали. Да, алё, реально. Стой. Марк, у меня есть идея. Чё? Давай попробуем кататься. Давай. Кстати, глаз зачесался. Ой, это глаз зачесался. Вообще ужас. А, где? Да реально, дай себе. Давай, алё. Да, ну, Питер. Че ты скачал на... Ну? Вот, слушай, смотри, они там все. А че никто не будет? Вообще без разницы. М. Пошли раков убивать. Угу. Че, мы едем? Ты проехал немного. Ничего. Угу, ты не проехал, ну. На карту ты посмотри. А, мы же здесь были, да? А, нет, проехал. Ясно. Очень хитрый план. Вон, знаете, что, вон стоит машина. Ага, не взрывается только. И чё ты бомбишь? Давай. Зачем мы проехали? Давай, взрывай там с стороны, пошли. Смотри, там хочу. Ну это с первого левела. Я же один справлюсь. Да, потому что меня убили. А ну иди сюда, хочу. Ясно. Найс. Тихо. Цистерну, говорите, уничтожить. Ам. Я умер. Я тоже. Все, найс. Мне опять убили. А я опять вылобился. Знаешь, меня убивают, и я возрождаюсь. То же самое. Знаешь, когда это бессмертный. А сейчас мы уходим. Ну ладно. Ты куда полез? Алло, ну ладно, поехали. Ясно. Ну ладно, давай. Поменяемся. Все, давай последний сторону. Что-то сделано, ладно. И где? А он. Ладно, я ее сам забыл. Все, поехали. Поехали, Марк.
Ясно. Ну, Марк, отлично. Молодец. Ну да. Я сказал же, не выходи. А ты нафига вышел-то? Короче, ладно, с вами был Марк Айденчик. Всем да, привет.